Да вроде, да. Всем привет, дорогие друзья! Привет. Добро пожаловать на наш Мукбанг-канал. Почему эта мармит стал так трястись? Потому что там бумажка лежала. А Сейчас сейчас ты что? вычел ее, видимо. Я ее не трогала. Так, сегодня у нас с вами предновогоднее меню. Я готовлю для вас различные новогодние салаты, закуски, горячие, не только горячие. Короче, все. Вот начинается у нас пора новогодних... Пора, короче. Пора новогоднего меню. Вот. Мы будем теперь, как на Новый год, есть каждый день, для того, чтобы вы смогли что-нибудь из предложенного нами выбрать. Сегодня у нас, вашему вниманию, на кулинарном канале мы предлагали салат с куриной грудкой, с моцареллой и рукколой. Вот так он шикарно выглядит. Видно вам хорошо, я думаю, да? Хотя квадратик на моем лице фокусирующийся. Вот так шикарно он выглядит. Так, в качестве горячего блюда я решила приготовить роллы. Очень горячее блюдо. В качестве основного блюда. Вот, роллы тоже выглядят вот так шикарно, посмотрите. Поднимать всех не буду. Вот так сделаю, чтобы было лучше видно. Сегодня у нас опять рекорд какой-то, ролловый или нет? Да нет, скромненько сегодня. Ну, мои-то роллы, посмотри здесь сколько икры. Друзья, вы только посмотрите. Ну, пять этих. Семью. Семь. Друзья, посмотрите. Сколько здесь икры летучей рыбы. Вы видите, что он полностью просто покрыт икрой летучей рыбы. 37 штук. Здесь у меня бекон, и бекон он полностью по круговой. Так, здесь у меня рыба красная. Так, Филадельфия, короче. Это Калифорния. Это с беконом, это с куриной грудкой жареной на гриле. Все, что ли? И все. Раз, два, три, четыре вида, да. И это тоже Филадельфия. А это салат из рукколы для на Новый год готовлю. Так. Так. Держи тебе васаби. Хватит тюбик один? На первое время хватит. А, у тебя своё? А то. Круто. Индивидуальное. Так. Васаби. Здесь у нас у каждого соевый соус. Соусница. И вот здесь в центре имбирь еще. Пока хватит, мне кажется. Да. Передавай салфеточку. Да. Как анекдот, знаешь, когда этот девочка на улицу собирается, а мама ей говорит: Олечка, а ты зачем калошки-то одеваешь на улице, грязи нет? А она говорит: а я найду. Ага. Да, у меня получилось немножко аккуратнее. Ой, друзья, мы не знали, с чем нам сегодня пить роллы. Пить роллы. Пить роллы. Чем нам сегодня запивать роллы? Короче, у нас кровавая мэрия. Томатный сок, на самом деле. Почему ты называешь ее мэрия? Кровавая Мэри. Мэрия у нас кровавая, я согласен с тобой. Но вообще напиток называется кровавая Мэри. Не знаю, кто придумал, кстати. Но кто-то, видно, на Мэри на это был в обиде, поэтому так решил ее назвать. Друзья, напишите в комментариях, какие напитки вы считаете наиболее подходящими для роллов. Потому что мы думали, колу открыть. Как-то не знаю. Вообще, томатный сок пьют с пиццей. Или как пиццу с томатным соком. Она так. Очень хорошо заходит. А, надо было салат пробовать. Ну, ладно. Не знаю, я буду салат пробовать. Тем более уже этот, намешал себе этот. Так, а что мы это самое? Ложкой положи себе, давай я тебе положу. Ну-ка, давай-ка.
Ну что, рукола такая прикольная. Прикольная, да? Я думала, тебе не нравится рукола. Мне кажется, я до этого как-то ел. Необычная она, на любителя. Ну да. Кстати, а вот мне интересно, зрители наши любят руколу? Напишите в комментариях, кто любит руколу. А кто руколу? Руколу. А кто ее терпеть не может? А кто к ней равнодушен? Хватит, хватит, хватит. Это тебе. А, наливай, наливай. Да, так говорят. Ага. Ой. Благодарю вас. А я прямо отсюда. Ну, а чё ж. Своя рука, владыка. Вкусно. А это сыр попался, думаю, грибы. Сыр. Грибов нету, да? Я по внешнему виду. Похоже на грибы, а по вкусу не грибы. Авокадо. Адвокадо не попадал еще. Мы такие дурачки. Так долго не ели авокадо. Друзья, напишите, кто любит авокадо. Мы его теперь так любим. Мы недавно узнали про него. Распробовали. Ой. Короче, описываю. Ай, палка рукловская. Салат легкий, в меру кислый. Да. Не то чтобы даже кислый, а именно такая здесь ненавязчивая, да, такая изюминка, кислинка, да? Ненавязчивая. Совсем-совсем мало прям уловимая. Угу. Друзья, ну что описывать? Вы сами все прекрасно понимаете. Моцарелла. Ну что может быть вкуснее, да, для любителей сыра? Авокадо. Сало как сало, что его пробовать, да? Так, подожди-ка. Не ухожу. Так, делаю. Так. Так, так, провод туда-сюда дергаю. Хорошо. Руколу. Кто любит руколу, тому этот салат будет идеальным. Ну это единственный сыр не веганский, да? А и курица. Курица. Еще. Курица. Угу. Он полезный, но не веганский салат. Он мега полезный. Здесь и масло оливковое. Кстати, недавно вычитали, что в оливковом масле больше жира, чем в подсолнечном. Кто-то зритель написал. Я посмотрел, правда. С круговым бекончиком ролл. Вы видели? И снизу, и сверху, и везде. Ой, чуть в твой сыр. А до этого ты не в мой макал? Нет. Только отвернулся уже. Объедение. Как же я люблю мукбанг. Роллы. Вообще, на самом деле, покушать люблю. Поэтому мукбанги люблю. Это мы все заметили уже. Да, зрители? Да. Прям работа для тебя. Да. Ага. Работа моей мечты. Да. Так, а вот это с курицей гриль. Давай попробуем. Как я мечтал, говорю. Мечта работать этим сторожем. Ты спишь на работе, а тебе за это еще и деньги платят. Да? Угу. Но я это самое. Ой, один раз пробовал. Мне начальник попросил подежурить в ночь, посторожить. Мне не понравилось. Не понравилось? Во-первых, у меня... Не хватает не знаю чего. Я не могу всю ночь спать. Когда на работе. Поэтому я почти всю ночь рахался по территории. И работал на стройке. И ночью вот, типа сторожил этот строящийся объект. Слушай, мне с беконом понравилось. Да? А я пробовал? Я не пробовал еще бекона. Ммм.
Я раздел ролла, отдельно съел рыбу, теперь доедаю все остальное. Эк, эк, стоит, стоит. Догнал. Интересно, что сами японцы едят с роллами? Вообще, у них там есть роллы эти все? Или нет? Ну, тут сашими я... точно есть. Они прям сашими называются у них. Вкуснятина. Слушай, ну, блин, слушай. Друзья, я не хвалюсь, но честно, это вкуснее, чем заказные, согласись? Много всего наложено, конечно. Да, там экономят, прям конкретно экономят, да, риса много, этого мало. Бизнес, что ты хотела? Надо, чтобы коровы меньше ели и больше давали молока, надо их реже кормить и чаще доить. И то же самое с бизнесом, надо себестоимость, так сказать, снижать, а продажную цену повышать. Ну да. Учитесь у айфона. Как он, у Apple. А что он себестоимость понижает? Нет, что там? Я за повышением цены к Apple отправляю. А. Что не выходит новый iPhone? Сразу ценничек вверх. Угу. Народ еще ночует перед магазином, чтобы купить его вперед всех. Да. Чего я еще не пробовала? Я все пробовала. Летучку. Кстати. Так. Не сказала. Ссылку на рецепт вот этого салата и роллов мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита. Вот, а мы уже вовсю тоже едим. А кто-то из зрителей написал, что, мол, сел голодным туда-сюда, так кушать захотелось. Может быть, нам в начале видео предупреждать, что, внимание, смотреть это видео голодным. Нельзя. Опасно, нельзя. Опасно для вашего здоровья. Ну да. Все трюки выполнены профессионалами. Каскадерами. Поэтому берите хотя бы чаёху. И присоединяйтесь. Ну да. Что-то там про икру говорила. Нормально кидануло до этого? Не, торчало васаби, я его съела. Вкуснятина. Вкусно. Любишь свою профессию? Это тяжелая профессия, но кому-то же надо это делать. Давайте поговорим о работе нашей мечты. Друзья, напишите в комментариях, какая у вас работа вашей мечты. Напишите, кем вы сейчас работаете. Да. И как бы вы хотели ее усовершенствовать, свою работу, чтобы она стала работой мечты. Ты знаешь? Вы знаете, что... Я так была приятно удивлена. Недавно узнала, что у нас наша постоянная зрительница Гулечка Бекназарова, по-моему, да? Угу. Так зовут. Вам привет огромный. Просто вот низкий поклон. Огромная благодарность за вашу профессию. Гулечка Бекназарова у нас акушер-гинеколог и помогает нам, женщинам, девушкам становиться матерями. Вот так.
Это очень классно, мне кажется. Такая нелегкая профессия, да? Но в то же время такая благодарная. Ну, это призвание, наверное, такое надо иметь. Вообще, кто врачами работает. Ну, достаточно тяжелое. Одно само по себе обучение насколько длиннее у медиков, чем у других специальностей. 7 лет, по-моему, да? Да, обучение, потом еще интернатура. Ну да. Как бы налить аккуратно. Угу. Аккуратно. Ну, почти аккуратно. И падать? И налить соевый соус. У нас это не совпадает сегодня. Благодарю вас. Слушайте, ну я, наверное, на Новый год вот этот салат сделаю. Серьезно? Добро. Как ты считаешь? Мне кажется, достойное место займет. Добро. Ты мне скажи, а эти суши-роллы ты на Новый год будешь делать? Ты же так любишь суши-роллы. Я, да, люблю. Может, и делаю. Просто обычно горячее что-нибудь делают на Новый год. Утку. Утку. По-пекински. По-пекински. Будешь надувать ее или что-то там делают еще? Да, там написали, там все по-серьезному. Вообще классный. Да? Мягкий, нежный, сочный. Ну как? Они все классные. Ты уже хорошо палочками кушаешь, да? Нет. По-прежнему ртом. Понятно. Палочки, они плохо жуют. Когда кушаешь руколу, чувствуешь себя коровой? Не. Не? Корова, она, мне кажется, безвкусную траву ест. Она больше это. Козу любит пожрать всякую траву с разными вкусами. Трава может. Ой, коза может полынь покушать. И молоко будет горькое. И там другие разные травы. Вплоть до того, что она чуть ли не борщевик может поесть. Он вообще чуть ли не ядовитый. На кожу попадает, вызывает ожоги. Так что такая история тоже. С коровой. Что-то вот эти кругляши мало едим. Там курочка, гриль. Гриль? Сыр и огурец. Ну как? И кунжут сверху. Вкусно? Ну я тебе хочу сказать, что... Да-да-да. Я весь внимание. Когда готовишь самостоятельно, получается дешевле и вкуснее, нажористее, да? Начнем с того, что даже самый маленький ролик у тебя больше, чем самый большой ролик в покупных. А вот эти некоторые прям вообще огромные получились. Угу. Ну, тебе потому что на 6 кусков поделила. Остальные на 8. Объедение. Мы роллы коротко снимать не умеем. Половину съели, и уже 21 минута. Пока все пожуешь. Да.
А что-то не доесть мы просто себе не можем позволить, да? Конечно. Как это? Честь мундира, да? Угу. Так. Тут у меня большая развалилась. Ложечкой возьми. Здесь и так самое васаби зацепилось. Тебе повезло просто. Ага. Но слезы. Название. У меня слезы от этого, от этих роллов. Плачь. Да? Или этот салат вызывает слезы. Угу. И такая слеза бежит поэтому. У меня васаби много. Ну не значит так много кладешь, у меня нормально. Ты если много кладешь, ты хотя бы размешивай его там. А то же положила кучкой и лежит. Хотя кого я учу? Сама меня учила, что надо делать. Разучилась. Это вот тот случай, когда ученик превзошел. О чем мы говорили? Да мы по профессию, свои мечты. И знаете, как в интернете было несколько лет назад, я помню. Не знаю, там, под Новый год или как-то, было, типа, опубликовано, все признали ее самой лучшей вакансией в мире. Короче, надо было постоянно жить на каком-то острове, где-то в Индонезии или там где-то еще каких-то островах клевых, постоянно, круглый год, там, солнечно, тепло, море, океан, вот. И за это получать зарплату порядка 100 тысяч долларов. Вот. При этом оплачивались все там, перелет, переезд, все остальное, и проживание, и так далее. И надо было ухаживать за этим, ну, как сказать, смотреть просто за благосостоянием, ну, этим состоянием этого острова, и все. Mm-hmm. И все назвали это профессией, ну, и, как сказать, вакансией мечты. Вот. Единственное, что, насколько я помню, не было озвучено, приняли кого-то на эту работу или нет. Возможно, что это просто кто-то рекламировался. Как в свое время рекламировался. Там у нас один сетевой ресторан. Всякие вакансии такие озвучивал. Типа, надо ходить было по кафе их сети и пить пиво, например. Нормально. И они приглашают дегустатора пива. Понятно. Многим бы тоже понравилось. А в «Орёл и Решке»? Ведущий хотел бы? Ну, с одной стороны, интересно. А с другой стороны, они постоянно ноют, что вот тяжело постоянно перелеты, переезда. А мне кажется, реально тяжело. Это же не вот, что ты сам приехал в путешествие и там что хочешь снимаешь, куда хочешь, туда идешь, да? У них же там сценаристы, с них требуют. Ну да, они же постоянно смена часовых этих и всяких поясов, поэтому только надо молодых, крепких, физически крепких людей туда приглашать, а иначе просто после такого перелета упадешь нафиг и все. Ну да. Мне кажется, потому они их постоянно меняют из-за того, что ну, физически уже начинают сдавать, начинают нудеть, хотя сколько я понимаю, там с этой группы летает и продюсер, или кто он там, угу, вместе с ними. Постоянно, к тому же. А ведущие меняются. Но с другой стороны, может быть, как раз вот продюсером «Орла и Решки» может быть интересно быть. Ты не в кадре, ты просто сам сидишь, выбираешь, куда мы в этот раз полетим, где мы еще не были. Или где мы были, хотелось бы еще побывать. Там, ну, рассчитываешь, прикидываешь, как будет интереснее, как будет красивее. И вперед и прямо. Ну да. Да? Да. Короче, ты бы продюсером «Орла и Решки» хотел.
Ну, например. С другой стороны, ну, такая тоже. Еще и финансовая работа. Надо все просчитать, со всеми по рекламе договориться и по всему остальному. И по готовой продукции кому-то уже она, наверное, заранее, они получают деньги за снятые серии, или как там это происходит. Ну, бог их знает. Так что тоже интересно. Ты будешь? Кушай. Сколько ты роллов насчитал? Я насчитал почему-то 37. Я не знаю, куда там, сколько чего делать. 8 на 4. 32. Правильно. И пять. Нет. И 5, да. Потому что один Миш съел. Это все правильно почитал. Но они от того, что значительно крупнее, или потому что мы еще тарелку салата умяли, я прям наелась. Ну да. И то, и другое, наверное, да? Ну да. Чё? Разордеров? Как ты любишь? Авокадики. А у тебя авокадо здесь тоже где-нибудь живет? Одно было, в салат ушло. Но салат важнее. Вот, у меня какой большой кусочек. Бери. Бери. Кушай. Какие еще профессии тебе было бы интересно? Певицей бы ты хотела песни петь? Всю жизнь, всю детство мечтала быть певицей. Мне кажется, это тоже очень сложно. Да? Это как Ютубом заниматься, знаешь? Не знаешь, когда тебя настигнет успех, а может, он тебя никогда не настигнет. Точно так же и с певицей, мне кажется. Ну да. Помимо какого-то музыкального, или как там, слуха, надо что-то еще иметь такого, не знаю, что должно произойти, чтобы попасть, так сказать, в телевизор. Да? Ну да. Мне кажется, либо хорошие связи, либо бабки большие. Возможно. У меня тоже прям острое пошло. Плохо размешанный васаби. Ага. О, хорошо. Классно. О, вот этим надо закинуть. Дети первый раз попробовали этот имбирь. Сидели в шоке. У него вроде как щипет все. Непонятно, что происходит. Не, нормальная трава. Главное, что осознаешь, что полезная. И кушаешь ее. Ну. С удовольствием. Естественно. Что-то тут у меня закончилось. Васаби не закончилось, а этот закончилось. Все по классике, все разлилось опять. О, расколдобасил. А что, кроме васаби и соевого соуса, больше ничего не льет туда? Вот там уксус какой-нибудь ливануть там. Зеленуху настрогать там. Не делать? А то можно было бы замутить, да? Там. Как я сегодня аккуратно кушала? Вообще такая молодец. Мои сегодня ноги что только не видали. И крутобика. Я, может, этот. Кожу увлажняю. А, понятно. Роллами. Да.
Ничего, нормально. Я наелась. Что, не будешь доедать? Оставим. Давай этот. Как это? Надо было вначале сказать, друзья, как вы думаете, мы осилим? И они бы сказали, да, конечно, осилите, вы же не малоежки. А мы не осилили, вот аж одну оставили. Прикольно? Ну да. Все, я объятушки прям. Сейчас еще детям накручу роллы. Хочешь, даешь? А хочешь аперитивчик? Детям оставь. Ну, дитю. Дитю, да. Он второй-то у нас вегетарианец. И что, это профессия, что ли, сторож? Сторож – это призвание. Так, давай прощаться уже. Ты на 41 минуту, наверное, наболтал. Давай. Ну что ж, друзья. Вот в этот раз мы не осилили. Мои-то роллы, они более крупные, нажористые. Ну, еще не считая тарелку салата, что умяли. Поэтому мы не осилили тарелку салата, плюс еще вагон роллов. Да. Вот остался целый ролл. Кстати, давай покажем, как он выглядит внутри. Смотрите, сыра много. Огурчики там справа. Помидорчики. Нету? Так, ладно, давай ладно. Прощаться. Все, давай, пока. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Поели мы прям с удовольствием в компании с вами. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова. Пока-пока.